Привет всем, с розовые рождественские новогодние Kinder Maxi 2024-25. И если в обычных киндерах недавно у нас был обзор, были симпатичные медвежата белые, посмотрим, кто у нас, да, будет в розовых Kinder Maxi. 145 грамм первый киндер сюрприз. Открываем сразу же и так, посмотрим, какая у нас здесь вообще коллекция представлена в этом году в Kinder Maxi. Итак, открываем и... О, это у нас... По-моему, была похожая коллекция, надеюсь, что только похожая, они один в один повторение. Нет, похоже, не один в один. Были у нас такие уже девочки разные, симпатичные. По-моему, они в масках, да, были совсем недавно. Здесь у нас чуть по-другому сделаны, да, без масок. Но, да, у нас новая коллекция. Четыре у нас здесь в коллекции. Так, такое ощущение, что как будто в темноте светится, может быть, нет. Так, давайте посмотрим. И действительно, у нее светится в темноте вот волосы и звездочка. Так, ну что ж, давайте попробуем собрать ее. Так, по качеству, кажется, очень неплохо выглядит, да, вот такие вот у нас ноги, корпус, ну и вообще такой приятный пластик на ощупь. Так, видимо, она как настоящая, да, фигурка, кукла такая крутится. Ну, видели мы уже похожего типа игрушки, буквально, по-моему, в прошлом сезоне были, тоже были симпатичные, и Kinder, в принципе, да, в принципе, неплохая игрушка для 3,5 евро, как, например, стоит в Германии эти киндеры. Так, неправильно, я только собрал, да. Неплохо выглядит фигурка для, да, для 3 евро 50 центов, цена такая у Maxi, ну, и такая вот, да, на новогоднюю, на рождественскую новогоднюю тему у нас фигурка. Два у нас и туловище крутится. Ну что ж, симпатично получилась игрушка. Еще здесь колечко, которое можно одеть либо на руку, либо Kinder нам предлагает на спину. Вот сюда, да, за пояс прицепить. И такая вот симпатичная у нас рождественская игрушка в розовых Kinder Maxi попадается. Итак, надеюсь, соберем мы всю коллекцию. Посмотрим следующий. 150 грамм на 5 грамм тяжелее, поэтому все-таки должна, скорее всего, попасться новая фигурка. Так, вторая из этой коллекции. Так, посмотрим. Хорошо, что Kinder старый не кладет у нас игрушки. Нет, она же попадается. То было у нас несколько лет назад, что Kinder у нас частенько клал прошлогодние коллекции. Нет, здесь у нас прошлогодних коллекций нет. По крайней мере, не было вот в обычных киндерах. Пока что не видно, чтобы попадались в этих розовых Kinder Maxi. Посмотрим следующее. 156 грамм. И тут у нас уж точно попадется другая фигурка. Так, 156 грамм. И вот на одну меньше у нас традиционно. В Kinder Maxi обычных 5 фигурок. И в этих 4. Нет, снова повторка. Да что ж такое? Смотрите, разница огромная. 10 грамм. А та же самая, да, фигурка попадается. Ну что ж, ладно, идем дальше. 148 грамм. Здесь уже разницы практически нету. Посмотрим. Да, может, у нас такой выпуск будет, где только все будут, все 10 одинаковых попадут с фигурок. О, может быть, такое и будет, да? Я даже не знаю. А, что это такое? 4 подряд, все одинаковые. Дальше. Следующий у нас 154 грамма. Ну, думаю, 2 раза на 10 грамм уже... Невозможно, чтобы киндеры отличались, там была одинаковая игрушка. Бывает, да, что больше шоколада положили или бумажек больше, но все-таки, думаю, не два раза подряд. Такое бывает, да. Здесь у нас новая зеленая такая же, не знаю, как назвать, фея, назовем ее, рождественская. Так, вторая игрушка из этой коллекции. Ну, они одинакового типа сделаны, только, собственно, разные у нас феи. Итак, в разной цветовой раскраске, но по типу, да, все абсолютно одинаковые. Так, здесь у нас розовое платье, тоже, видите, крутится оно туда-сюда. И, да, крутится платье, крутится голова, ну, в принципе, очень неплохо сделана эта коллекция. Так, и вторая у нас из четырех сегодня попадается, да, вот в то, что в темноте светится, волосы и собственно, вот это колечко неплохо, да. Когда я был маленький, прям нравилось мне, когда такие фосфорные фигурки разные светились в темноте. И, да, вторая игрушка с этой коллекции. Для ребенка фосфорная краска прям такое что-то необычное. Идем дальше. Следующий у нас 148 грамм. Ну, может быть, что угодно. Может быть, снова повторка, может быть, не повторка. Так,
видимо, все-таки они должны быть примерно одинакового веса все. Итак, синяя или другая синяя? Нет, та же самая, да, та же самая. Еще одна попадается уже, да, уже пятая у нас сегодня. Следующая 152 грамма. И это уже все-таки чуть-чуть другой вес. Так, 152 грамма. Так, посмотрим, надеюсь, что будет все-таки третья игрушка из коллекции. Нет, снова же она. Да, в очередной раз. Ох, все одинаковое, смотрите, все одинаково попадается. Так, ладно, тем не менее, не отчаиваемся. Еще у нас есть шанс собрать всю коллекцию. 153 грамма. Так, ну тут уже точно должна быть не синяя, а какая-нибудь другая. Итак, открываем. Да, другая. Несмотря на то, что да, тоже такого голубого цвета. Оттенка нет. Это у нас третья игрушка из коллекции. Тоже она такого, не знаю, более темного такого цвета. Итак, открываем. И да, здесь у нас, собственно... так, держите QR-код, кто собирает. Вот. Да, такого же типа фигурка. Ничего нового, только в другой расцветке попадается. Так, костюм у нее здесь немножко другой. Ну, тоже вот, да, крутится влево-вправо. Здесь у нас все, в принципе, неплохо сделал киндер. И третий из четырех, то есть шанс собрать всю коллекцию у нас все еще остается. Еще два киндера будет, ну и надеюсь, что все-таки повезет, и мы всю коллекцию дособираем. Итак, третий из четырех есть, и осталась, да, осталась одна последняя у нас фигурка. Это, собственно, вот розовая. Даже не знаю, она будет тяжелее или легче. Так, ну, надеюсь, все-таки повезет нам. Осталось два легких у меня киндера, 146-144. Ну и так, начнем 146 грамм. Посмотрим, не виден ли розовый оттенок у нас через капсулу. Открываем. И нет, зеленая попадает. Ну, хотя бы не сильная. И то спасибо. Последний киндер на сегодня. 144 у нас грамма. Он так, посмотрим, удастся ли нам всю коллекцию все-таки последним киндером собрать. Открываем. И нет, к сожалению, снова зеленая у нас фигурка. Ну что ж, 3 из 4 нам попалось. Практически собрались в коллекцию. Ну, коллекция абсолютно одинаковая, да, как видите, ничем они особо не отличаются, только цветами, и чуть по-другому они стоят. В общем, такая вот коллекция, в принципе, достаточно симпатичная для 3,50 евро, по-моему, очень даже неплохая. Таким был обзор на рождественский Kinder Maxi 24-25. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо. Пока-пока.